С удовольствием, друзья, поделюсь своими первыми впечатлениями от встречи с новинкой, с картиной, чарующий взор, дарующий такое единение природы и искусства, такую палитру чувств, такую палитру красок, которая вот просто ясно помогает увидеть волшебство героини осени Ясноокой. И настолько все очевидно и одновременно вот сказочно реально. Это так вдохновляет на желание всмотреться в каждое волшебное место этой картины. И небесная синь, и глубиновод, и яркие краски, как дар, дар для души, дар для вдохновения, дар для душевного действия, которое рождает вот словно потребность внутреннюю в том, чтобы такой красоты становилось все больше и больше. Ведь она дарована чувством, и сердце откликается, и вот это единение земли и неба, оно словно бы отражается в каждом, что сейчас, с чем сейчас встретился взор, и с огромным желанием, чтобы такой красоты в мире было больше. Ведь осень ясноокая это делает. Благодаря встрече этой картины по-новому открылось имя творческого комплекса. Весна в душе. Во все времена года это ликование. Это ликование души при встрече с красотой природы, которая так ярко явлена, одновременно и сказочно, и одновременно реально. Одновременно, то есть настолько событийно в картине все, и сказочные явления, что за букеты подарочные, такие яркие на синеве. Вот. Как они там появились, сказочно прекрасно. И вот душе весна, в душе еще открылось это имя как непредсказуемость событий. Они все красочные, яркие, небывалые. И эта картина, эта открытка, новинка дарит вот такое вот возможность ощутить, как это может быть на душе благодаря вот таким феноменальным, на мой взгляд, изданием в искусстве. Никогда бы не могла подумать, что ликование может так утончать сферу чувств. И яркость красок, небывалая яркость красок, дарит столько нежности, столько благости, столько всего такого тонкого, изящного. И как это все можно выразить сказочно прекрасно, что строки песни «Осень ясноокая» открываются по-новому. Вот хотя бы одна строка, которая сияет сейчас в сердце, краски в стороны веером. Это вот так, яркие во все стороны, небо свои краски, дерева свои краски дарят. Все такое ясное и одновременно очень-очень изящное, тонкое. Для меня это очень важная такая событийная встреча, что яркие чувства могут утончать.
так же, как делает эта героиня. Они ярко проявляются, ярко проявляют свою жизнь. А чувства благодаря этому нежные.